Спускайся, Сентинел! Оптимус! Ты забыл свое место! Я вернул тебе Кибертрон, твой родной дом. Но ты все равно выбираешь человечество. Ты сам учил меня, что каждый имеет право быть свободным. Я перезапущу эту колонну. Сначала тебе придется убить меня. Но того стоило. Очевидно. Ты столько сил положил на то, чтобы вернуть Сентинела, а теперь вся власть у него. Это для тебя трагедия. Ты смеешь читать мне нотации, рабыня? Твои десептиконы покоряют сейчас эту планету, только вожак у них уже не ты. Я буду вожаком. Я всегда буду их вожаком. Одна минута, и ты будешь никем. Шестеркой Сентинела. Ты всегда был самым храбрым из нас. Но не умел принимать трудные решения. Наша планета будет жить. Нет! Когда-то мы были богами, мы все. Но здесь, прошу тебя, остается только один бог. Это моя планета. Нам пора заключить перемирие. Я хочу одного — снова встать во главе. Да и потом... Кем бы ты без меня был, Брайан? Вот сейчас и выясним. Оптимус, я всегда хотел лишь одного, чтобы наша раса выжила. Ты должен понять, почему мне пришлось тебя предать. Ты предал не меня. Ты предал себя самого. Нет, Оптимус!